В 2016 году на Брещине удалось преломить негативную тенденцию последних нескольких лет по росту уровня преступности. Число зарегистрированных преступлений сократилось более чем на 10%. Коэффициент преступности в расчете на 10 тысяч человек – 82,5. Самый низкий в республике и наименьший за последние 10 лет. Такое положение дел – результат слаженной работы ни одной структуры и ни одного года. Существенную роль сыграло проведение профилактических мероприятий. Фундамент с той ситуации, которая сложилась, был заложен еще в 2014-2015 году, потому что в то время всеми правоохранительными органами проделалась очень большая работа, в том числе по профилактике преступлений и происшествий, и по вопросам борьбы с наркоманией, и по преступности среди несовершеннолетних было очень много сделано, по профилактике бытовых преступлений, правонарушений. Почти на треть сократилось число особо тяжких преступлений. На 7% снизилось количество нераскрытых. Значительно меньше стало происшествий, виновники которых несовершеннолетние, ранее судимые и группы лиц. Но вместе с тем есть и проблемы, которые требуют решения. Это, к примеру, уклонение родителей от содержания детей, противоправное деяние в отношении престарелых, алкоголизация населения. Нам здесь успокаиваться, и особо, как говорится, здесь радоваться тем результатам, которые есть, не приходится, потому что проблем у нас еще хватает. Тех проблем, над которыми надо работать. Тут я сказал по поводу несовершеннолетних, по поводу борьбы или с пьянством, или надзора за соблюдением антиалкогольного законодательства. Здесь тоже еще хватает проблем. У нас получается один из самых высоких показателей в республике по преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьянения. Здесь тоже нам надо работать. В 2017 году ведомство продолжит работу, направленную на укрепление законности и правопорядка, повышение эффективности профилактики. К слову, текущий год для прокуратуры 95-й, юбилейный. В связи с этим будет проведен дополнительный комплекс мероприятий, участниками которых станут как действующие, так и уже бывшие работники, внесшие свой вклад в общее дело.